Теперь отлично, как добрались? Все хорошо, это? Привет. Утка уже ждет нас. Парни. Привет. Ну есть что? Птицы много очень, да. Какие сейчас наши действия? Ты что делаем? Сейчас выгружаемся, выгружаем вещи, завозим на место. Угу. Вот. Ну, машины отгоним на стоянке и вперед. И вперед. И маститься, расставляться. Все, отлично, все. Ну что, Андрюш, как с уткой вообще дела у вас? С уткой хорошо, вот, в этом году. Угу. Нормально. В этом году птицы. Скажи, мы взяли чучела, уже селезни облинявшие, ну, полностью весенний селезень. Перелинял уже селезень? Селезень, ну, практически уже полностью перелинял. То есть нормально ставим, да, их, да и все? Да. Полевые чучела мы взяли, соответственно, будет, да, сейчас куда поставить их? Полевые чучела поставим по краю плеса, потому что берега, сухие. С берегов вода ушла, вот, и есть такие места, которые именно кряковая любит, вот, грязь, как раз отлично будет там смотреться. Ну, вот, еще сейчас, как раз, да. Расстановку делаем до темноты, а завтра утром уже просто выходим и охотимся. Да, да, вечером на этом плесе птицы нет, вот, поэтому вполне можно спокойно сейчас расставлять. То есть мы ее не потревожим? Вообще, нет. Ну вот это самое главное. Ну тогда погнали. Погнали. К своему счастью. Приехали, разгружаемся. Сейчас нам покажут место, где будем ставить чучела на сухом месте. Это объемные чучела, полевые. Я думаю, они нам тут тоже очень помогут, потому что в таких местах утка тоже очень сильно реагирует именно на, когда чучело стоит на земле. То есть оно должно стоять правильно. Ну и плюс, как бы, ребята сейчас сами поставят уже на воде чучела. Так что посмотрим. Сейчас сделаем расстановку. Я думаю, будет тут все красиво и правильно. Ну а как уже это завтра оценит утка, посмотрим. Вода в этом году сильно упала, вот, поэтому лодку придется затаскивать на сухое. Вот. Ну, без проблем, мы с разгона заскочим. Угу. Поэтому маскируем, лодка будет стоять здесь. Значит, на завтра передует восток. Вот. Ветер будет дуть отсюда, вот, значит, птица будет заходить отсюда от дерева. Поэтому расстановку, ну, есть смысл пойти вот бровкой от берега и всю массу чучелов засадить левый фланг. Вот, ну, там же предлагаю по берегу рассадить и скорлупки. По этому берегу и по тому. Потому что птица будет заходить в основном отсюда, и видеть будет массу всю здесь. Присаду оставим как раз напротив лодки. Тогда объемники мы сюда кинем и по этому краю, да, вот так их растянем сейчас. Все, давай, я тогда ими сейчас займусь. Ну, можно там буквально, там, не знаю, пяток может быть. Ну, основную массу, наверное, сюда. Вот сюда вот? Да. Ага, все, хорошо, Наш. Давай, так и делаем. Мы на открытии охоты, и иногда мы тоже людям говорим, смотрите, что, может быть, на открытии нет смысла расставлять именно селезней. Но в данном месте, в данный момент, селезни практически перелиняли. И достаточно много птиц уже перелинявшей. Поэтому мы, конечно, будем ставить в том числе и селезней. Потому что их видно лучше, и их больше. Поэтому сейчас сделаем такую правильную расстановочку. Как раз эти сумочки. Так, возьмешь две сумки? Да? Ну все, давай, погнали. Переходим на ту сторону. Под ногами куски разрезки. Угу. Да. Так, наверное, поближе к урезу воды я сейчас поставлю. Да, вот. Утка сюда в основном прилетает на дневку. То есть она здесь не ночует, а прилетает утром на дневку. То есть уже отдыхает и так далее. И по наблюдениям ребят, сидит очень плотно. Поэтому чучела мы ставим соответствующие. То есть мы их не растягиваем, как бы сажаем таким пятном и достаточно плотным. Поэтому мы сейчас пытаемся как бы воссоздать именно такую же ситуацию. Чтобы завтра, когда уже будет открытие, охотники будут беспокоить, мы и создаем такой красивый уголок, который должен соответствовать
приближенно к ее таким условиям. Расставляем мы их, в принципе, в одном направлении, но под небольшими углами. На завтра мы уже знаем, какой ветер, поэтому знаем, как будут заходить птицы. Естественно, когда есть ветер, как правило, птицы всегда на ветер. Вот, поэтому мы примерно так и делаем расстановку. Вот, поэтому ветер ждем. Соответственно, и налет птицы будет вот так заходить на нашу присаду. Где-то с этой стороны. Производство данного флока меня удивило. Мы по неосторожности зимой с ними охотились и попали в сильнейший снегопад в Краснодаре. Собирали вот так вот прямо в куче снега и по такой же неосторожности положили все в прицеп и что-то закрутились. И они вот такие мокрые у нас пролежали почти 3 месяца до весны. И когда мы их открыли, к нашему большому стыду, они были покрыты просто слоем плесени. Мы думали, все, просто отряхнули, они стали идеально, какие были, такие стали. Вот. Но, конечно, к ним очень должно быть бережное отношение. Они себя, думаю, оправдают завтра. Большой плюс данных чучел то, что они имеют движение при малейшем ветре. Они у нас будут все двигаться, иметь вот такое вот движение, да, то есть они будут оживлять нашу расстановку. Вечером у нас есть основная еще такая задача – послушать птицу. Какие звуки она сейчас использует в большей степени. Это мы сейчас возьмем на вооружение, и завтра утром уже начнем работать манками именно в том ритме, который она сегодня задаст. И зачастую охотник говорит, а у нас почему-то на манок не летит по одной простой причине, потому что в этот манок охотники пытаются вложить весь диапазон звуковой утки, как правило, весенний. То есть эти звуки не подходят для открытия охоты, поэтому всегда надо послушать в данный момент, в данное время, в данном месте, какие звуки птица произносит, и уже пользоваться именно этими звуками. К завтрашнему дню все готово. Практически чуть осталось раскидать пчела. Ребята уже сделали всю маскировку. Вот это наше место для охоты. Здесь мы будем прятаться. Вот расстановку сделанную, конечно, достаточно большое количество чучел выставили. Сколько у нас примерно? Штук 300 получается. Да, порядка, наверное, 300 штук. Вот. Но мы исходим из того, сколько вообще здесь птицы днюет. Вот. Поэтому птиц, конечно, здесь очень много собирается. Поэтому мы и делаем такую вот обширную присаду. Пока расставлялись, маскировались, то есть уже даже были такие красивые налетики, подлетали, уточки с удовольствием крякали, подсаживались пчела. Поэтому завтра посмотрим, я думаю, что-то будет интересное. Как мы и говорили, что птица утром возвращалась с полей, потому что зоб забит просто утки пшеницей. Вот, чистейшая пшеница, где-то она здесь летает на поля, кормится всю ночь. И после этого уже летит в эти места на дневке.
Конечно, птица очень контактная. Манили манками, то есть, конечно, очень контактирует, летит с большим удовольствием. Ну, такая расстановка чучел, то есть мы сделали, ну, на самом деле, такую грандиозную расстановку, не просто так, не потому что, скажем так, нам так захотелось. Просто до этого мы сюда ездили, смотрели, наблюдали, именно такими больших количествах птица здесь и собирается. Поэтому мы создали такую правильную присаду, которую, в принципе, наблюдали и здесь. Конечно, это повлияло на результат охоты. Бьем. Готов. Есть. Но это уже не убежит, его в грязь сосало. Давай! Отстрелялись утряночку, но еще, правда, утро все впереди, но буквально первый час. Быстренько собрали, и вот они опять налетают. Табунок хороший. Будем ждать. Вот они, они. Вот они. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Есть. Хорошо. То есть паузы совсем нету. Птица очень много контактная на... Наш охоте испытываем наши новые манки, серию Дельта. Вроде все нравится, хорошо. Утка прекрасно реагирует. Вот, поэтому будем дальше пробовать. Пока еще солнышко не поднялось, поэтому пока еще открытые. Сейчас солнышко нас начнет хорошо освещать. И лицо спрячем, как бы немножечко демаскируемся. Вот, но эмоции, конечно, зашкаливают. То есть охота сумасшедшая. Сейчас на охоте использую патрон. Номер 6. Вот. Утром по темнозорьке еще семерочкой как бы работали. Вот сейчас шестерочки. В принципе, вполне достаточно. На хорошей дистанции стреляем, то есть все хорошо бьется. Подранков практически нету. А если что-то есть, то сразу добираем их на воде. Вот. Ну и в округе так все живенько, тоже люди охотятся, постреливают. В лоб идет одиночка. Все, поехали. Лоб, две штуки. Опускается, опускается, опускается. Бьем? Давай. Давай. Есть, 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 есть. Не, ну сейчас шумят везде. Они, конечно, присады хорошие. На манке они прям ведутся. И, конечно, мы их закручиваем у них. Шансов, вариантов мало от нас улететь. Вот, конечно, расставились мы здесь шикарно. Расстановка у чучел, скажем так, у нас достаточно классическая. Конечно, когда охотник использует на охоте там 20-30 чучел, ну, тут сложно говорить о правильности. То есть мы ее можем расставить какими-то группами и так далее. Когда на охоте мы используем там 250 штук, то, конечно, здесь мы уже делаем такую расстановку, чтобы птица, которая налетала, налетала именно на наш скрадок. То есть мы что делаем? Мы закрываем основное место, сажаем очень плотно. Сюда тоже были налеты, но это были буквально единичные. Тот угол тоже закрываем и перед собой оставляем очень открытое место. Вот. Ну, так это называется в простонародье расставлять чучела подковой. Да, то есть как бы идет подкова, а центр стоит наша лодка, и центр как бы у нас полностью открытый. Поскольку везде загружена территория птицами, вот, естественно, налетающая утка просто выбирает для себя открытую территорию. Для нас это очень правильно, потому что это ближние выстрелы, это хороший налет, это меньше подранков. Да, давай, бьем! В данном месте у нас была возможность поставить
полевые чучела, которые ставятся в полях при охоте на утку. Здесь это очень уместно и очень правильно, потому что в таких местах птица на это очень сильно реагирует, и она много очень отдыхает именно на сухом месте. Когда она прилетает, она может сесть на воду, а потом она просто выходит и сидит на сухом месте. И здесь мы создали вот эту правильность картинки. Вот, в то же время у нас и на воде достаточно много чучел стоит. И обязательно это наши махокрылы, которые мы используем на каждой охоте. Также мы поставили в нашу расстановку цаплю одну. На самом деле это тоже очень правильно, потому что цапля достаточно осторожная, аккуратная птица и очень такая требовательная к окружающему, скажем, миру. Да, если есть какие-то машины, движения людей, никогда цапля сидеть не будет. Она очень осторожна, поэтому здесь тоже она выполняет какую-то функцию безопасности. Это маленькие штришки, которые, в принципе, на каждой охоте мы дорабатываем, и в целом это все приносит какой-то позитивный результат. Хорошо, когда налетают небольшие группки, там 2-3 птицы, одиночки. То есть у нас бывает, заходят там по 20, по 30, то, конечно, мы уже теряемся, пытаемся как бы побольше сюда их наманить, да, они тут уже все рассыпаются. Вот, поэтому всегда лучше определить там небольшую группу птиц и как бы по ней уже работать. Вот когда большие стаи, они уже нас начинают так это будоражить. И кому-то удобно стрелять, кому-то неудобно, поэтому лучше не гнаться, а прям выбрать небольшую группу, там 2-3 птицы и отстреливаться. Бьем! Еще три! Еще, господи, сколько их тут сыпется-то. Вот тройка ребят заходит, давай их, четвертая. Смотри, что творится. Солнышко поднимается, уже начинает освещать нашу лодку. Маскировку уже пробивает, то есть наши погрешности видно, и самое главное это лицо, руки, потому что мы двигаемся и так далее, конечно, это все видно, поэтому сейчас обязательно мы лицо замажем, вот, чтобы наше движение как можно было меньше, потому что видно уже, что иногда птицы вроде и налетают, а потом уходят в стороночку. Как правило, это вот именно лицо. Сейчас мы... Бьем! Да, давай, бьем! Давай. Есть! Лови в лодку! Зорька уже основная прошла. Ну, еще налеты есть, ее периодически беспокоит. То есть птица летит очень контактно, все равно налетает. Хоть солнышко уже высоко. Вот. Но в любом случае, вот, одиночка прямо на нас в лоб. Вот. То есть, ну, все, прям контактненько вот она заходит. Прям. Все, будем стрелять ее. Сейчас на круг заходит.
Готовимся. Бьем. Есть. Ну, вот такая она контактная. Кружочек два сделает и заходит на посадку к нам в чучела. Немножечко маночками подрабатываем. Вот. То есть все хорошо. Я думаю, еще какое-то движение будет, потому что по большому счету еще, наверное, где-то около 7 часов, 7:30, наверное, утра. Вот поэтому, я думаю, еще посидим часиков до 10. Что-то должно быть еще. В угодьях в основном криковая утка, чирочек в небольшом количестве и одиночные птицы – это шилохвость и свись. Это буквально одиночные птицы, то, что нам удалось добыть. Вот, в основном это крякла. Недалеко от нас находится большое озеро, где, конечно, основная масса охотников там охотится, и чувствовал, что там охота у ребят достаточно хорошо идет. Вот, в нашем случае это простые протоки. Буквально прям канавы такие по 5-7 метров воды. Это единственный такой плесик, где немножко сохранилась вода. Конечно, это тоже сказалось на результат охоты, потому что птица сюда летит, она здесь отдыхает. Вот, конечно, много птицы сидит и по этим канавам, то есть мы это видели, она пролетала мимо и там опускалась, садилась. Но в любом случае, конечно, для нее это основной такой пятачок, который ее привлекает. И, конечно, из-за этого такая охота у нас результативно и получилась. Бьем. Готовься, готовься. Бьем! Есть! Да, давай пять. Вот он, парочку как. Класс! Вот и подошла к концу наша охота. Было желание остаться на вечернюю зорьку, но охота была действительно очень удачной. И за утреннюю зорьку мы смогли добыть норму отстрела на каждого охотника – это 10 штук на человека. Поэтому мы решили все-таки собраться и уехать домой. На охоте использовали вот такую замечательную маскировку в виде лодки болотохода. Было все правильно сделано, замаскировано. Охотились мы там вчетвером. Прекрасная маскировка, птицы не реагируют вообще никак. Поэтому охота удалась, и мы получили массу удовольствия. Охота проходила в Ростовской области. Это очень мелководный водоем. Все вещи, снаряжение, чучела, патроны, все завозилось в несколько этапов лодкой. Ну и, конечно же, мотор-болотоход. Другими транспортными средствами сюда добраться было бы очень проблематично. Собирали добычу и вот в своих трофеях обнаружили вот такого вот селезня-альбиноса. То есть у него нету ни зеркальц, ничего, такой он светленький весь. Ну, прям... Ну, на самом деле, это такая большая редкость, трофей. То есть сперва даже внимания не обратили. Но в моей практике охотничий первый раз встречается. Вот такое вот чудо добытое. Красавец.